Приветствую вас, Анна. Я бы порекомендовал вам изучить психологическую игру «Скандал». Это одна из семейных игр, ну, семейных, в том смысле, что в эти игры играют супружеские пары, вот, и, соответственно, вы увидите, что скандал связан непосредственно с тем, что, во-первых, люди боятся эмоциональной близости, вот, в той или иной степени, то есть скандал это вот такое, ну, желание, попытка снять напряжение от возможной близости и как следствие, как результат, там, ну, например, испытание боли какой-нибудь. Вот. Это как, ну, как вариант, да? Вот. Это замещение интимной близости, когда люди по той или иной причине боятся вступать в сексуальные отношения, и, соответственно, скандал предпочитают. Вот. Ну, либо это какое-то вот такое целенаправленное поведение, целью что-то конкретное получить. Подробнее, я думаю, вы можете как бы разобрать это именно что на консультации. Ну, конкретно вот на консультации со специалистом. Вот. Это такой момент. Дальше. Когда вы вините себя, и когда вы ну, считаете, что именно муж провоцирует вас на скандал, вы одинаково не правы, потому что скандал — это игра, в общем-то, взаимная, и вы принимаете в ней точно такое же участие, как и муж. То есть вы сами, так же как и ваш муж, участвуете в скандале. Вопрос только заключается в том, как у мужа получается вас провоцировать на скандал. Как у мужа получается вас, ну, выводить на эмоции какие-то, на крик какой-то, ну, предположим, да, если вы кричите, то с него получается вас вводить. Вот это очень важный момент, потому что это как бы уже происходит вне вашего осознавания. Собственно, это происходит как бы вне понимания вашего собственного ситуации. Вот. И на вас это, конечно же, ну, негативно влияет. Вот. Таким образом, значит,
у психологической игры. Скандал есть антитезис, это бесконфликтное общение, навыки бесконфликтного общения, вот, которым можно обучиться в процессе, опять же, консультирования. И, соответственно, в скандалах больше не участвовать. Вот. И поняв, что вашему мужу, собственно говоря, нужно, вот, почему он хочет, чтобы вы ушли и так далее, вот, вы сможете более конструктивно, качественно и полезно с ним работать по данному вопросу, по данному направлению. Вот. На этом все. В принципе, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Обязательно изучите психологическую игру скандала, она есть в интернете. Вот. И обращайтесь к специалисту за помощью. Без этого вам не обойтись. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.